Когда президента спросили на пресс-конференции о событиях этого года, он первое, что сказал, выборы. И я, наверное, скажу то же самое. Выборы, но выборы не президентские, а выборы Хакасии, главы Хакасии. Наверное, самый запоминающийся момент, когда наконец состоялся второй тур, и мы с несколькими телекомпаниями случайно, причем оказались на одном избирательном участке, когда происходил, уже начался подсчет голосов. Это вот просто настолько азартно было. И все вот не ожидали, смотрели, как эти стопки растут, одна и вторая. И когда понимали, что всего один единственный голос может решить вообще историю Хакасии. 2018 уходящий год стал для меня очень насыщенным. Но больше всего, конечно, такое событие мне запомнилось. Мы летали на вертолете, именно с санавиацией. Мы летали в Баграт, откуда забирали бабушку. Ей было очень плохо, но врачи подоспели вовремя, и мы ее спасли. Мы были свидетелями этих событий, и я думаю, мы все вместе делаем хорошее дело. Слава богу, в этом году в Хакасии у нас обошлось без серьезных ЧП, то есть не было ничего подобного, как в 2015 году эти страшные пожары. Но все же таким, самым ярким впечатлением для меня стала съемка в селе Московском, когда там прорвало дамбу, и то есть фактически там у людей буквально посносило там лавки, скамейки, заборы повалило. Просто поразило, насколько вот именно такая чиновничья обеспеченность и беспечность, разумеется, подрядчика привели вот к таким плачевным последствиям. В этом году самым ярким событием для меня, ну и, наверное, для всей Хакасии, была военно-патриотическая акция «Твой выбор», которая в августе у нас проходила. Подобного шоу в Хакасии никогда не было. Я помню, на Первомайской площади была выставлена военная техника. С неба парашютисты прыгали, в небо выпустили соколов России, и они показали нам просто фееричное шоу. Тогда была задействована буквально вся наша компания, мы были единственные, кто освещал это событие. И я, конечно, тоже в этот день впервые попробовала себя в роли ведущей прямого эфира. Мне запомнился материал, который мы готовили в Багратском районе. Это был АКОТ, это была буквально журналистская удача, потому что обычно нас не пускают на такие вещи. Для сельских работников это совершенно обычное явление, а для нас вот оказаться в том месте, где рождаются маленькие гнятки, было очень впечатлительным таким событием. Я до сих пор пребываю в легком шоке от увиденного. Мой оператор Александр Сердюк тоже принимал активное участие в этом деле, подбирался поближе, был в легком шоке, практически плакал, он не хотел этого снимать, но все получилось. Для меня это всегда съемки рубрики «Жду маму», несмотря на то, что я делаю это уже 5 лет, но всегда, каждый раз, когда приезжаешь в детский дом, это настолько тяжело, настолько волнительно. Запомнился мне Давид, мы приехали, он так в нас вцепился, мы играли, веселились, снимались, и когда пришлось уже уезжать, расплакал. Говорил, вы найдете мне маму. Я пообещала слезно, что мы обязательно это сделаем. Произошло настоящее чудо. Буквально через неделю откликнулась женщина из Таганрога. Сказала, что увидела нашу рубрику в интернете. И через 2 недели уже прилетела за ним и забрала домой. И мы Давида все вместе провожали, пожелали ему удачи. И удачи пожелали его маме. Надеемся, что все у них сложится, все будет хорошо.